я жижанул. Вот согласись, когда она запущена, прям вот такое чувство в душе, прям что-то вот родное, да, прям, ну, прям чувствуешь вот это вот родное, блин, наше, отечественное, прям что-то такое, да, прям вот этот вот запах родного, отечественного. Да, душа начинает радоваться, прям, такой, о боже, это же наше. Сейчас я в санузел схожу, я микрофон быстро отрублю, прям на пару сек. Пена! А? Иди сюда! Что такое? Я тебе напиток приготовил. Хочешь? Хочу. А что за напиток? Студеное. О, студеное. На, не стесняйся, все для тебя. Для меня? Для тебя, любимый. А, студеное. Все, давай. Хорошего понемножку. Пошло, наше отечественное. Студеная. Блять, открытый мир не позволяет делать открытые действия. Опа, нашел лазейку. Внимание, товарищи, сейчас вы можете наблюдать геймплей. Как же грамотно какать кусочки? Опиши точную инструкцию по пунктам со всеми нюансами. Это просто великолепно. Вы можете наблюдать. Спасибо. Обратите внимание, как сильно он делает удары, как замахивается правой, потом левой. Вот, также можно применять огнестрельное оружие. Но сейчас действительно захватывает. Обратите внимание, это наша боевка смута. Закройся, а! Ля, лисичка. Жуанка? А что у нас здесь делает? Смотрю, Жуанка стоит. Она, по-моему, все отстояла уже. Прилипла просто. Смотри, Жуанка стоит. Но только она не двигается. Она прилипла. Она застряла навсегда в студенном мире. Опа. Опа. Аппарат натирает. У, сука. И что это было? Что за бред? Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Когда финал уже, ебаный в рот, уже заебался по этому миру открытому бегать. Тихо. Студена, ты где? Выручай, ты нужна как не кстати. Где? Студеная. Помоги меня, ебут. Студеная, ай, блядь. Ай. Да ёбер. Сейчас, сейчас надо просто по тактику применять. Сейчас я их попущу быстренько. На, нахуй. Минус одна курва.
сегодня главное. Ну, старая курва. Студенные выстрелы. Ну что, девочка? Она все, опа, нихуя себе, да? Иди сюда, девочка. Сосать, курва. До свидания. Вот тебе и курва. Ой, блядь, что за хуйня? Вы что, прикол? Пойду в ебать, студенка. Да ты шо, сука? Студеная. Бан! Ой, игра блядь реалистичная. Согласен. Представляю, как на Древней Руси боярин Милославский от пуляков по деревне бегал и отстреливался. А они, как и, просто бегали за ним. Топ игра, конечно. Так, вот здесь у нас, короче, сохраниться можно, потому что, так сказать, чуть-чуть отошли от... Это... Студионное отхождение. Пацаны, вернитесь, я пошутил, давайте драться. Не бойтесь меня. Эй, дружище. Бам. Ой, я пошутил. Опа. Куда? Секунд, сосать. От судьбы не уйдешь. Ну почему бы и нет, если можно, да. Студионная. Привет, ебанько! Бан! Усуха! Почему бы и нет, если да. Привет, ебанько! К студенной подойдем аккуратненько. Опа! Чё, не пьем? А чё такое, малыш? Ты почему стесняешься? А чё не пьем-то, Роник? Да ты что, серьезно, сука? А, во! Ну? Опа! А-а-а, хороша! Студенная-то я и спил. Да, сука. Видно, руки у тебя по сабле соскучились. Есть такое. Сам один я каждый день тренируюсь. А вот чтобы с другими, давно уже не получалось. Давай позвеним саблями, поглядим, чья возьмет. Так, стадионная была выпита. Продолжаем. Блять, пацана бьют опять ни за что. Убегаем, пацаны. Эй, курва! А что у тебя, старчев, падает? Небось, Райзен Заморский не тянет эту прекрасную отечественную игру. Тянет. Просто игра скачивала Заморская. Небось, Райзен Заморский не тянет эту прекрасную. Ну, по сути, если это взять так вот по-хорошему, да, если по-адекватному оценить эту игру, то я считаю, именно смута наша, это убийца РДР... Потому что тут на конях можно скакать. И убийца Ведьмака. Ну, по факту, да? Потому что рейтинги РДР и Ведьмака резко упали, когда наша смута появилась. И действительно, она во многом превосходит вот эти вот зарубежную хуйню, вот эту всю. Ты, сука. Чё, смеёмся? Что-то смешного показали вам, или чё? Привет, ты далеко идешь? Я хочу ударить тебя. Пи***ц, еще и мимо, боже, блядь. Верю, вот тут плюс, верю, уже верю, да, поверил. Да, я поверил, да, а шо? Да, поверил, а шо? Контент бегает по лесу у нас тут, в кукурузном поле бегает контент. Никто не потерял? Закни рот. Что ты, сука, бежишь за мной, женщина?
тебе разрешали? Чё ты, сука, окунёк? О, куда же ты стреляешь, сын ты мой, блядь? Ебать ты крутой. Ты чё творишь, вот скажи честно, блядь. Ну что ты делаешь? Что это такое? Что ты делаешь? Дебил, ты прекращай меня позорить, блядь. Хватит, остановись, родной. Ты что творишь, дура, блядь? Остановись! Лё, ебанутый, сука, лё. Ты дура, сука. Бам! Опа, пацана убило пацанство. Фу, сука, умер как женщина. Ты зачем дерешься со мной? Ебать, пизда, давай еще раз и все. Красота, ты молодец, ты герой. Как можно было эту хуйню сделать? Боже, девка, эй, ты киберспортсмен. Бегаешь как попуск москвич в автосервис. Лох, девка. За мной женщина бегает. Что я могу сделать, если она хочет любви? Я сейчас тебя буду стрелять. Блять, отойди, Маша. Ты бьешь сейчас. На, сука. Лучше этой игры я даже в жизни не видел никогда. Лучшая игра в мире. Все остальные нам завидуют. Доброго дня, Юрий Дмитрий. Ох, и загуляли бы мы с тобой, Юра, да у меня сейчас дел не в проворот. Есть такое правило в жизни. В смуте столько же открытого мира, сколько у тебя на экране места без рекламы. Ты сейчас по воде идешь? Да. Красиво. Пожалуйста. Ой, блядь, пососали опять. Ну ничего. Да, немножко залагали. Позоришь предков и шаг своей слабости. Медведь, медведь, научи меня пердеть. А если не научишь, по уху получишь. Во. Это то, чего мы ждали. За полмиллиарда. Именно то, чего нам не хватало. Всем нам.